Не просто посмотреть производство, но и пообщаться с людьми. Сергей Горелов провел встречу с работниками предприятия «Ревелли». Коллектив здесь преимущественно женский, поэтому неудивительно, что много вопросов было от мам, которые интересуются строительством школы в микрорайоне «Солнечный». Осталось не так много. Там действительно очень большие задержки были по этой школе. Но буквально на прошлой неделе и я, и Никита Саныч, мы приглашали директора СУ-22 Илюшкина Игоря Николаевича, общались с ним. Он обещает сейчас увеличить количество рабочих. Потихоньку, конечно, все будет запускаться. Поэтому на Солнечный абсолютно точно будет достроено. Абсолютно точно. У вас ребенок туда будет? Конечно. Ждут, не дождусь. Дождутесь. Данное предприятие – хороший пример успешного бизнеса. Стегальные раскроечные комплексы, швейные машины тяжелого класса – все это необходимо для производства матрасов и аксессуаров для сна. Цеха расположены в восточной промзоне города Щелково. Поэтому еще один вопрос, который интересовал жителей – это строительство нового моста. В ходе своего визита на предприятие Сергей Горелов также обсудил с руководством возможности развития данного производства. Площади, которые сегодня есть, они позволяют увеличить данное производство, довести до 16 тысяч. Но, конечно, для этого необходимы рынки сбыта. Сегодня предприятие поставляет свою продукцию на территории всей Российской Федерации и будет расширяться. Поэтому хочется пожелать только успехов и другим предприятиям брать пример с этого успешного развивающегося предприятия. В завершении встречи глава городского округа вручил благодарственные письма сотрудникам за отличную работу. Лилия Тимиева, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.